Вице-премьер Донецкой Народной Республики Андрей Пургин рассказал, что ситуация на месте крушения малазийского лайнера с каждым часом ухудшается. Киевская хунта затягивает с приездом экспертов на место крушения. Из-за этого тела погибших до сих пор находятся на месте крушения, так как их нельзя вывозить до приезда комиссии. Согласно последним сообщениям, тяжелые бои идут в поселке Юбилейный под Луганском. Противник вышел передовой танковой группой на трассу Луганск-Красный Луч в районе Лутугина. Еще одна дорога перерезана. В Лисичанске лидер ополчения ЛНР Алексей Мозговой под угрозой полного окружения в городе. В Артемовске Донецкой Народной Республики уничтожены два блокпоста украинских карателей вместе с боевиками Нацгвардии. Бои продолжаются. Сегодня в Артемовске ополченцы обстреляли градами два блокпоста – поворот на Попасную и на выезде из города, после чего произвели зачистку. Уничтожена живая сила противника, бронетехника и бензовоза. На постах никого нет. Противник стягивает войска к коридору у Мариновки Донецкой Народной Республики. Мариновку обстреливает артиллерия. Ополченцы в ответ обстреливают позиции противника у Григоровки. На остальных участках также идут перестрелки и действуют разведывательные группы.